Победой хоккеистов из Мирного завершилась вторая встреча первенства региона по хоккею с шайбой. Соревнования стартовали сегодня в Якутске и продлятся до 15 марта. Участие в турнире принимают 6 команд из Якутска, Мирного, Нерюнгри и поселка Серебряный Бор. Участники – это дети 2008 и 2009 годов рождения. Якутск представляют целых 3 команды под общим названием «Полярные волки», состав которых отличается лишь возрастом юных спортсменов. Вход для болельщиков абсолютно бесплатный, и каждый житель Якутии может прийти поддержать свою команду. Игра как бы была равненькая, не в одни ворота. Ну, получилось в конце поднажать, прибавить, и ребята выиграли 7-5. И не ждал, и не ожидал, как бы настраивались ребята на победу. А там как бы, как будут играть, так и такой будет результат. Но ребята старались, выжимали себя. Все, чтобы выиграть и достичь победы.